Війна в Україні затягується, отже, нашій країні потрібно більше грошей. Міністр фінансів України Сергій Марченко напередодні зустрічі в Давосі заявив, що великі економіки та міжнародні фінансові інститути мають знайти нові інструменти та рішення підтримки для нашої країни і розробити механізм, схожий на формат «Рамштайн», цитата. Підтримка міжнародних партнерів відіграє вирішальну роль у тому, як ми переживемо 2023 бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Єврокомісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Черговий пакет допомоги отримає Україна від Євросоюзу. Вже у січні цього року нам надійде 18 мільярдів євро. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Додала, що у лютому Україну відвідає колегія ЄС. А доповідь цієї самої колегії з реформ Україна-кандидатах на вступ до ЄС, яка буде опублікована восени, стане важливим кроком на шляху руху України до Євросоюзу. Петр Кульпа, директор програми «Школа міністрів» у Київській школі державного управління імені Нижнього, аудитор, юридичний радник Департаменту стратегії вищого органу аудиту Польщі, колишній міністр праці, заступник міністра економіки Польщі 2005-2006 років, з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з фінансового «Рамштайну». Наскільки реальна ось така задумка, на вашу думку, перепрошую за тавтологію? Ну, я вважаю, що це необхідно і просто це блестяща ініціатива, яка істоки – це рішення президента і прем'єр-міністра України. Причем она универсальна, потому что она задумана так, как, чтобы касаться всех стран, которые попадут в такое положение. Но то, с чем сегодня имеем дело, это ситуация, в которой Украина просто защищает Европу, защищает демократический мир и конечно, этот демократический мир должен поддерживать, должен быть как будто налогоплательщиком и участвовать в бюджете финансирования Украины. Вот, эта платформа, ее суть, это, во-первых, лучше координация, чтобы партнеры знали заранее, что нужно, когда нужно и какие механизмы. Во-первых. Во-вторых, расширение механизмов помощи, потому что можем себе представить, например, новые инструменты, типа, кроме макроэкономической помощи, можем себе представить налог на торговлю с агрессором, со страной агрессора, которая была бы доходом бюджета Украины. Очень много других моментов. Тоже важно, чтобы эта помощь, она способствовала развитию украинской экономики, поскольку это важно для выживания, чтобы экономика Украины могла выживать в этих сложных условиях войны, и тоже важно, какая помощь и как будет оказываться. И третий момент – это платформа как место углубления доверия. Потому что нужно доверие партнеров в том, то, что они вносят, это расходуется правильно, подлежит контролю. Вот. И просто это хорошая инициатива. Думаю, что это важный шаг углубления сотрудничества именно этого экономического, этого понимания. Пане Петре, скажіть, будь ласка, ну, коли ми казали про збройовий «Рамштайн», ну, класичний, в нього аналогів не було. Чи в економічному сенсі не можна зробити такий майданчик всередині вже існуючих якихось організацій? Обов'язково робити щось нове?
должен быть механизм, потому что есть G7, да, но есть международные институты, но есть очень многие страны, которые помогают. И вопрос в том, чтобы это не дублировалось, чтобы просто организационные ресурсы, которые уходят на то, чтобы эту помощь как-то централизировать, как-то координировать. Кроме того, смотрите, есть большая пропасть в уровне помощи между разными странами. Вот такая платформа может поставить многие вопросы. Почему страны, которые намного более бедные, да, в состоянии помогать намного сильнее, чем те, которые богатые? То же самое вопрос воспринятия Украины как члена европейского пространства, который за это пространство проливает кровь. Почему минимальная, не знаю, зарплата в Украине 6700, в Германии 30 раз выше, да? Смотрите, это важно, чтобы смотреть на будущее с точки зрения уже сообщества, нас всех демократических стран, и учитывать, помогать, использовать это время, входить в это пространство Украины уже сегодня. Я считаю, что аналогии нет, просто эта ситуация беспрецедентна. Когда делаем анализы, например, участия помощи Соединенных Штатов, очень часто это сравнивается с войной в Вьетнаме. Но и просто эта площадка нужна, чтобы понимать, что война в Вьетнаме, она на самом деле способствовала развитию американской экономики. Здесь суть в том, чтобы кроме тех экономик, которые вкладывают деньги в развитие собственной промышленности, потому что Германия сейчас 100 миллиардов евро в развитие оборонной промышленности, да? Но чтобы эти деньги работали также на Украину. Потому что украинцам хочется жить в Украине, и даже в сложных условиях экономика должна работать. Это ключ. Петр, давайте поговоримо і про Польщу. Польща може бути лобістом та рушійною силою в питанні постачання зброї в Україну з інших країн. Про це в інтерв'ю ТФП «Інфо» заявив президент України Володимир Зеленський. Мовляв, саме на республіку наша держава покладає найбільше сподівань у питанні озброєння. Далі цитата. Польща не може взяти на себе зобов'язання з постачання всіх видів зброї, які потрібні Україні для перемоги над Росією. Росія продовжує використовувати тисячі танків та БМП виробництва радянських часів. Польща може стати рушійною силою і лобістом поставок військової техніки в Україну на міжнародній арені. Володимир Зеленський, президент України. Пане Петре, ну вже всі в нашій країні знають про ось цей сюрприз від президента Польщі Анджея Дуди з приводу польських леопардів. Німецьких. Скажіть, німецьких, ну я маю на увазі німецьких від Польщі. Скажіть, будь ласка, яких ще сюрпризів нам чекати від наших партнерів поляків? Польша является по-настоящему лоббистом, потому что мы понимаем, как высокая цена за опоздание, за просто безразличие в том, что с одной стороны там гибнут украинские солдаты, да, а здесь просто опоздание, разрешение, раздумки, как будто неочевидным для всех угроза и беспредел, с каким Украина сталкивается. И просто сейчас, мне кажется, на этой неделе будут самые важные решения. Думаю, что будет один или даже два хороших сюрприза. Первый, что Германия даст разрешение, чтобы те страны, у которых есть леопарды, могли их предоставлять Украине. И это будет как
не знаю, как ливень, как волна из снега, да, сразу будет отражаться на потенциале защитном Украины. И во-вторых, может быть получится, что сразу будет решение, что Германия часть своих леопардов, потому что в Германии, независимо от того, что на месяц перед войной сделали аудит и показали, что вроде там настолько плохо с этими леопардами, что их нет, на самом деле есть 3000 леопардов, да, и это потенциал, который мógłby способствować zakreśleniu tej wojny, zwrotu konstytucyjnej terytorii i tej samej logicznej, samej хороший sposób zakreślenia patier człowieckich tak ze strony Ukraińców, jak i zewodnia ruskich, których prosto zastawiają перерабатывают на мясо, превращая Россию в модель Северной Кореи. Вот думаю, что будут положительные решения в том плане. Пане Петре, это леопарды, да? Еще вопрос патриотов, челленджеров, да, из Великой Британии. Просто есть понимание, что только решительность, только солидарность, только поддержка в состоянии остановить это сумасшествие. Абсолютно погоджуюсь з вами і на додачу. Сьогодні всі побачать інтерв'ю в тижневику ТАЦ пана Шольца. І ось в цьому інтерв'ю він жаліється на тиск в питанні надання Україні танків західного взірця. Скажіть, будь ласка, без тиску це вдалося би отримати ось ці леопарди від Польщі, челенджери від Великої Британії? Ну і зрештою, може би, і вдалося. А от від Німеччини щось ніяк із тиском не вдається отримати? Я не хочу быть слишком жестким в тем, что скажу. Я на четвертый день после вторжения 28-го статью напечатал «Выиграть войну, не проиграть мир», которая начинается с фразы, что развалился союз Германии, Франции и России, направлен на выдворение Соединенных Штатов из Европы. По сути, причина этой войны в том, что реально Германия работала как союзник России в этой агрессии. Минский процесс и так далее, это все надо это учитывать. И это делали элиты, те элиты, которые сегодня заставлены под давлением прежде всего собственного населения менять свой подход. И видим, насколько сильно идет этот политический раздел. Германия разделена, как никто другой, вовнутри политически. Да? И главное, что это время прошло, эту лекцию они отработали. И сегодня просто есть возможность говорить на одном языке. Потому что, ну, посмотрите, еще недавно говорили на языке касков. И просто мне кажется, что это такой момент, в котором, я не знаю, это иногда то, что кажется неразборчивостью, глупостью, на самом деле называется преступлением. Так смотрю на ту политику, которую вела Германия. И считаю, что никто другой, как именно Германия, должна быть особенно щедрой по отношению к Украине, так в материальном плане, как в вооружениях, и учесть свою ответственность за то, с чем сегодня имеем дело. Без их соучастия не было бы войны, не было бы того, что видим. Конечно, ответственность Украины, части элит, это тоже, все это надо учитывать. Но если говорим про какую-то международную обстановку и как будто ответственность стран, которые этому способствовали, здесь просто лицо госпожи Меркель в первом плане
треба пам'ятати. Дякуємо вам дуже. Петр Кульпа, директор програми «Школа міністрів» у Київській школі державного управління імені Нижнього, аудитор, юридичний радник департаменту стратегії вищого органу аудиту Польщі, колишній міністр праці, заступник міністра економіки Польщі в 2005-2006 роках.